Женщины, дорогие, ну хватит, пожалуйста, уже мужчин по себе судить. Я не хочу читать ваши комментарии, там написано, если я могу, почему он не может, если я должна, почему он не должен. Вот если я могу потратить деньги на то, что мне не нравится, или на людей, которые мне не нравятся, почему он не может, почему ему нужно что-то объяснять, ведь я же понимаю, женщина, мужчина – это другое существо, это практически инопланетянин. Вы не были в его шкуре, вы не изучали его психологию даже, чтобы это знать, иначе бы вы не писали эти комменты. Вы просто усвойте, вы его не знаете, он другой человек, он с другими реакциями, и он имеет право на то, чтобы не уметь то, что вы умеете, не хотеть то, что вы хотите, и не считать себя должным там, где вы чувствуете себя кому-то что-то должной. Усвойте это, зарубите себе на носу, иначе так и будете в конфликтах, либо в одиночестве. Ну, тренд, ну, не так уж развивается, продолжается, крепнет. Вот, чувствуете, да, лейтмотив какой начинается? Типа, ты немножко-то это, давай-ка вот, думай иначе. Ты немножко-то давай-ка поприспособься. А не так, ну, сколько ты зарабатываешь? О, меньше миллиона в день, ты все, ты мне не подходишь. Это уже не столь модно. Ну, вот, конечно. Надо, нету таких. Не хватает вот такого вот этого, граждан таких вот с миллионом в день-то. Ну вот, надо немножко это адаптироваться к суровой действительности. Вот. Не ведитесь на это, ребята. Берегите себя и будьте счастливы.